Миссионерский институт приглашает получить высшее теологическое образование и объявляет дополнительный прием абитуриентов на первый курс до 20 августа. Миссионерский институт Екатеринбургской епархии – высшее учебное заведение, готовящее теологов для многих регионов нашей страны, преподавателей церковно-приходских школ, катехизаторов, миссионеров, учителей по дисциплине «Основы религиозных культур и светской этики». В течение 5 лет студенты осваивают образовательную программу «Православная теология». В институте 2 формы обучения – вечерняя и заочная. Обучение бесплатное. Помимо, собственно, богословских дисциплин, студенты изучают разнообразные гуманитарные науки, например, церковнославянский, древнегреческий, латинский и английский языки. Они изучают историю Отечества и Русской Православной Церкви, риторику и современные концепции естествознания, педагогику и церковное искусство и многое другое. Выпускники получают диплом государственного образца с квалификацией бакалавр теологии. Адрес: улица Карла Маркса, дом 12, офис 2. Телефон приемной комиссии: +7 343 269 30 36.